Всем привет, меня зовут Наталья, и сегодня у меня небольшой обзор покупок с сайта AliExpress. И первое — это красивый блестящий шнур, очень красиво переливается. Видела у многих рукодельниц, давно хотела заказать, и вот мне пришел красивого розового цвета. Посмотрите, как красиво переливается. Все ссылки на товары я буду указывать в описании. Такой шнур я заказала еще нежно-голубого цвета. Он где-то на подходе. Вот, посмотрите, можно сделать ушки. Я видела такую работу. Дальше это ювелирные серединки. Я их очень часто использую, много заказываю, если вы смотрели мои мастер-классы. Эти мне серединки пришли уже давно, их я уже использовала, сейчас покажу все поближе. Ювелирные серединки с белым камнем, такие я использовала уже с висюлькой, тоже красиво смотрится, ну и отдельно, вот посмотрите. Этот МК я недавно как раз снимала. Дальше мне пришли серединки разных цветов. Наверное, меня продавец неправильно понял и положил 10 штук всех разного цвета. Но я не стала ему уже писать и оставила такие цвета. Я буду использовать каких-нибудь в маленьких заколочках, которые буду использовать непарно. Цвета все красивые, посмотрите, это интересная серединка. А здесь меня продавец опять неправильно понял и дал мне опять же 10 штук разных цветов. Но мы с ним списались, и он отправил мне такие же цвета уже со скидкой. Серединки эти уже где-то на подходе, так что скоро буду выкладывать. Бантики уже парные с этих цветов. Эти розовые серединки я заказывала на распродаже, сейчас уже не вспомню. Хотела нежного цвета розового себе. Красивый цвет переливается, обязательно закажите. Давно хотела приобрести такое кружево. Розовый и голубой я заказала у одного продавца, белый я нашла уже совсем подешевле. Так что в описании я укажу два продавца. И самое интересное я оставила напоследок. Это фатин с градиентом. Сейчас очень много выкладывают таких бантиков. Просто красивая серединка. И бантик интересный, даже очень смотрится. Обязательно закажите. Кстати, нашла вот этот фатин очень недорого. Так что оставлю ссылочку, обязательно заказывайте.
Ну и вот небольшой мой такой обзор сайта AliExpress. Кружево, фатин, ювелирные серединки и блестящий шнур. Заказ я ждала это долго, наверное, связано это все с коронавирусом. Еще кое-что у меня на подходе, но я уже не стала ждать и выложила небольшой такой вот обзор. Обязательно заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!